друзья, hello, my dear friends. Отработанные сегодня, едем с мамой за елочкой. Мама, поздоровайся. Хочется немножечко праздника, все уже елочки везут, и нам тоже очень хочется, поэтому едем. Спать тоже, ребята, так хочется, зеваю всю дорогу, но все равно еду за елочкой, потому что завтра воскресенье, все магазины закрыты в Польше. Там единицы жабка, там где продукты продаются в минимальном количестве. Смотрите, какие красивые деревья в снегу. Просто супер. Приехали на Банарку за елочкой. Народу здесь очень много. А вот установленная уже елочка, ребята. Посмотрите, какая красивучая. С шариками. Сегодня суббота, все скуповываться едут. Потому что в воскресенье, как я сказала, будет закрыто. Вот смотрите, какая красавица. Высокая. Вот если человек стоит, то получается вот такая она, видите? Громадная. Иди. Мама хочет под елочкой постоять, точно как ребенок. Видите, все ее снимают. И шарики большие. Такая красота. Ладно, идемте дальше выбирать елочку. Сколько красоты! Сколько красоты! Посмотрите. Чудеса на чудесах. Какие снеговички. Носы морковкой. А красивый какой. Какие куколки новогодние. Это мы на Банарке, да, подушечки, лошадки. Смотрите, какая красота. И сколько же это такое стоит? Посмотрим. Так, 29,99 злотых. В общем, 30 злотых, 300 гривен, вот такой один красавчик, или 6 евро. Вот такие вот красавчики. Вот такой вот гномик, видите, какой серьезный. Носочки. Все, что угодно, да, мам? Смотри, какой носочек. Я даже подниму, покажу. Для подарочков. Ой, да, у нас красота. Тоже такой дома был. Да, я покупала для троих. Здесь сладости, конфеты в подарках. Видите, какие подарочные наборы. Вот, пожалуйста. Чашечки уже упакованные с чаем вместе. Такая красота. Для деток пазлы. И все пропитано ароматом свечей, ребята. А, неудивительно, потому что вот они стоят, свечи ароматизированные. Да? Это же свечечки? Да, это свечи, похоже. Вот еще, я уже показала ребятам. Ой, всякие обручи с рожками. Посмотрите, с какими вот такими рожками, как у оленя. Вот это мне такой надо купить, наверное, себе. Бабушка, а ну покажись. Да, да. Иди сюда. Ну, встань ровно. Я на тебе примерю. Ой. Тебе идет. Глаза. Прости. А вот еще, ребята, посмотрите, такие очки. Видите? Вот такой вот обруч. Посмотрите, как оригинально.
Давай тебе померить. Давай. На. Мерить. Бабушка у нас готова к экспериментам современная. Очень хорошо. Красиво? Да. Супер. Красиво? Ой, очень красиво. Ну вот, я же тебе говорила, понравится. Ой, бабушка готова к экспериментам. Что, да? Да? Да. Всего идет. Мне это больше всего нравится. Мне тоже нравится. Правда? Да, очень красивые. Ну посмотрите, вот какие рожки. Супер, я себе такие купила. Просто, ребята, я снимаю, на маме экспериментирую. На раз бабушка играет. Тихо. А стоят такие рога, ребята, 30 злотых. Вот. Цену вам показываю. 30 злотых или 300 гривен. Или делим на 5-6 евро. Детская одежда, ребята. Такой магазин симпатичный. Тоже в новогоднем стиле все украшено. Платьица для девочек нарядные. Могу вам поближе показать. Носочки такие красивые. День добрый. Смотрите, как оригинально и красиво для малышей. Какие платьица. Только почему-то к ним никто не заходит. Наверное, очень дорого. Идем дальше в следующий магазин. Да, мы тут уже были. Красивый Санта. Супер. Так, тут вот такие шапки, ребята. Видите? Такие всякие наборчики, браслетики. Украшения для дома. Это, наверное, типа оберега. Такая красота. Смотри, какие красивые. Как нравится мне. А сколько стоит? 16,99. Ты такого Санту хочешь? Да, хочу. С подарком. Мама хочет живого, ребята, Санту с подарком, говорит. Такие бывают? Ну, это спиртное что-то, наверное. Видишь, фужеры поставлены. И спиртное рядом. На праздник уже все готово. Игрушки. А пока мы идем за елочкой, покажу вам, что тут еще есть. Это свечи, которые, ну, которые создают видимость, что они горят. На самом деле они не горят. Декоративные, да. Олени, совы. Смотри, какие красивые. Ты боком покажи, рога. Рога, смотри, какая красота. Угу. Сундучки, ребята, посмотрите, какой под старину красивый. Но дорого, 99 злотых. Это 990 гривен. Вот такой вот симпатичный магазин. Свечи по 4,99. Нам свечку не надо? Нет, такие не нужны. У нас церковные каждый день для Владика. Вот еще Санты. Йо-хо-хо! Привет, привет! Только нос.
А вот типа игрушечек, да? Да. На елочку вешать. И сколько такое стоит? 7,59. 8 злотых или 80 гривен. Или немножко больше евро. Вот такие лошадки. 2,95. 2 евро 95. В общем, 3 евро. Это игрушечки такие маленькие, вешаются на елочку. Мы поняли. Новогодние подарки. Ты мне такие привозила когда-то. Ты просто сегодня не забываешь? Да. Итак, ребята, подходим к елочкам. Какую же выбрать? Есть вот такие. Вот такие. И вот такие. Такую совсем простую я не хочу. Но зато они в горшочке живые. Мне просто некуда высаживать. Если бы я жила дома, я бы высадила, купила живую елочку маленькую. Ага, это искусственные. Хочется настоящую. Это искусственные елочки. Вот их цены в злотых. 15,99. Вот такая 16,99. Или 690 гривен. Или делим на 5. Получаем цену в евро. Это настоящие. Живые. Даже в земле. $39, 17 злотых, вот цена указана. Они недорогие, в принципе. Вот смотрите, наверное, тоже живая, только присыпанная чем-то белым. 16,99. Ну, мне эта цифра не нравится, поэтому раньше мне было все равно. Число 13, но именно 13 числа умер мой сын, поэтому теперь я его терпеть не могу, это число. Смотрите, ребята, чем же они его припорашивают, такое красивое, как будто в снегу. 49. Вяник написано. Мама говорит, припорошенную белым не бери. Возьми какую-нибудь зелененькую. Ну вот какая, смотри. Пышечка. Но она как не дерево, а как кустик. Ну, красивая. Вот как деревцо. А оно живое? Вот это вот? Да, живое, колючее. В общем, ребята, мы растерялись, какую елочку брать. Теперь будем брать неприпорошенную. Вот какая симпатичная. Вот это вот. Хочется живое. Все, вот эту, значит, возьмем. Так мы можем дождик снять, и она будет без дождика. Да, можем, да. Зато она зевает. Да. Такую возьмем. Сейчас еще посмотрим.
Ребята, вышли мы с мамой с Банарки. Мама за плечом елочку вот там несет. А у меня тоже сумка. С продуктами немножко скупились. Не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал, писать комментарии под видео. Мама как Дед Мороз. Еще и елка у нее там сзади, ребята, Инна говорит. Всех вас люблю, целую, обнимаю. До скорой встречи. И всем пока-пока! Все, я буду.